Подождите, давайте предисловие чуть-чуть запишем, что где. Всем привет! Это канал «Как приготовить селедку в мундире, блядь». В общем, у нас сейчас 6-5 утра, и мы собираемся крутить персону. Итак, понятно, кто тут больше всего этого ждал. Просто буду плакать, блядь, башку и биться, хуй просто, похуй план, блядь. Если скажите хотя бы, кто что хочет. А, ну ты... Давай, Митя, что ты хочешь получить? Я хочу макото обязательно. Там вот я очень хочу макото. Ты не знаю, что я сделаю. Возможно, ну, Утаба и Хару, ну, тоже, ну, макото, конечно. Хорошо, спасибо за ваше предисловие. Мы поняли, желаем вам выбить макото. Помолимся. Ай, тоже, блядь. Алиса, чего желаете вы? А, я уже спросила. Я хочу футаб, я хочу акечи. Это все три, блядь, те, которые я очень хочу. А где ты за меня дёрти скин-то, ёпта? Так все видно? Да. У меня 20 откручено, сука. Крутим. Сука, Анушка, пожалуйста, блядь, пожалуйста. Хуйня ебаная! Вот смотри, Ан прилетела. Ан, закрываем глаза. Ан, пожалуйста. Все, я не могу, у меня руки трясутся, нахуй. Крути три. Не ту сферу. Ой. Блять. Ладно, ничего. Нихуя. Хуйня ебаная. С Богом, родная, с Богом. Макото, Так. У тебя еще дополнительные крутки есть плюс. Макото, приди, Макото, дорогая. Макото, домой, сучка. Сука, давай. Давай. Последние десятки. Макото, приди. Макото, давай, Макото, блядь, перекричал все пальцы нахуй. Уже слабо домой, блядь. Хватит шляться по улицам. Достатки в еде, напой-то, одета, блядь. Напой-то. Блядь. Что? Сука, почему, блядь? Любимый, я тебя так люблю очень сильно, пожалуйста. Да, еще успеешь. Ненавижу. Love hate. От ненависти до любви один. От любви до ненависти один шаг. Да, реально. Так, ну и финалочка. Футаба, родная. Давай домой, пожалуйста. Давай, Футаба. Угу, ничего. Ничего. Включу по одной. Так, Акс Ухе. Постер с Футабой. Что ж ты такая жадная-то, а? Пиздец, блин, до гаранта тянет. Реально, причем у всех нас. Это что вообще такое? Это спаковка с фейри. Реально до гаранта, прям все, ребят, это гарант будет. И осталась одна, кручу последнюю. Давай, Футабу, давай, блядь! Хватит, что ли? Футаба выбыла! Ура! Сука, давай показывай, блядь, роднулю! Блядь, ну красотка, сука, хорошо, женщина, блядь! Блядь, ну я просто в ахуе, охуею, нахуй, с этого зоопарка, блядь! Ой, а мне что-то 468 кристаллов дали на почту, это что? Посмотрите там на почте. Всем дали? Ну, 398 дали. А мне вообще ничего не дали.
Ну, что хочу сказать, это тотальный скам. У нас с Алисой тянуло до самого гаранта. Мичи не дотянула. Что это за бред? Я думала... Да, шанс понизили. Я думала, то, что, ну, типа, будет как-то подобрее на этот раз. Но нет, ни хера. Просто до самого гаранта тянуло. Все дружно помолимся на Мичину фото. Да. Срочно молиться, блядь. Этот офис найти. Да. Едем в Китай подрывать, или где они там сидят, не знаю, в Корее, в Японии, в Азии, в Северной, Южной. Ладно, ничего. Ну, там по 10 получают. Блин, женщина, отойдите от меня, пожалуйста. Я люблю, конечно, но я не люблю женщину, которая играет за нее сейчас. Что? Я всю Мичи расскажу. Она хоть и уехала, но это не повод, как бы, вот тут такое вытворять. Почему такая карта страшная? А, понятно. У меня интернет, короче, отрубился полностью. Ой, ты уже там кайфишь? Она все мои шкатулки ломает, она джениус. Она какая-то вообще ботяра-ботярой. Ну ты токсик, конечно. А, так она френдли, блядь, я тупая. Хотя бы так, могло быть и хуже, блин. Она сломала мои шкатулки. Она у меня уже две штуки сломала. Не хочу ее больше видеть. Боже, какая ты ранимость. Вай, видишь, вай, это просто вся моя ауф. Видишь, вся моя боль. Нет, не подходи. Ты куда-то пошла? Нет, нет. Блядь, куда шла женщина? Сейчас я буду токсить тебя. Застанила и пошла, блядь, токсить. Ай-яй-яй. Хорош наживчик. Ну это персона, надо смотреть. Нашла повод. А жаль, что реально нельзя сферу поменять теперь. Один шаг выполнил, ё-моё. Чё? Блять. Чё? Мне выпал Акичи. Ты реально Акичи трупнулся. Охуеть. Покажи, покажи. Лёдка, ты что? Так, мешок картошки нахуй. Мешок картошки. Это что такое? Что за пиздец? Пиздец Найтвотч, блядь, Акичи, это пиздец. Реально, я не хотела накаркать, но... Погнали. О, с пробуждением, девочку. С пробуждением, реально, доброе утро. Ой, как меня Люджи пиздит. Её плёточкой нахуй. Ты как бы вышла, присоединилась, молчала, вышла... Блядь, ой, точно, он же сейчас будет это, харасить. Но. Ой, как нет! Ой! Блядь, ну у меня горит, не блядь! Сука, персона плееры пришли в матч! Робби радуется просто. Да и путаем камень, говорит. Еще один наживчик. Сука, я не могу. Котима, блин. Один рюджистыше, другая футаба. И одна Fame of Dance, которая не умеет кайтить. Зато плеткой всех бьет. И орех, и... Ой, орех, блядь. Орех, я буду. Боже. Ну, смотри. А, смотри, он что-то тебя нет. Что-то ему похуй на меня. Он меня по полу вайп в это возит. Такую красотку, блядь, по полу. Два кетча, блядь, в тени. Реально. Реально, он такой усратый. Нормально он, красивый. Если бы мне его показали без контекста, я бы подумала, что он этот эпик, а не лего. А вот с пробудой он реально, ну, похож хотя бы. Мне его вообще пробуда не нравится, это пиздец. Согласна. Она еще более уродливая. Она мне очень напоминает лего пожарника по цветам. Ну, типа красный, белый. Вот откуда все спиздили. Да реально, все у нетизов тырят, все у нетизов. Не, что-то у него фейс слишком большой, волосы такие прям прилизанные, он как яйцо выглядит. Я надеюсь, это пофиксит. Сказали, скины пофиксит, в итоге захожу в Эден, смотрю, нихуя ни одному фикса нет. Ой, а, ты уже лежишь. Я валяюсь. Так, ну я пойду сейчас вас спасать профессионально, типа.
Какие тут эмоции есть? Вот снэп есть. Мы тут вдвоем, у нас пауэр. Да блять! А у меня 90! Давай. Живем, давай, я орешну сейчас, бодиблокну. Блять! Надо шкатулку поставила! Это самое главное. Не, да? Ну, вот боже, ёпта. Было ставить мне на карту. У меня ещё в подвал, наверное. А нет, не в подвал. Какой-то рейс. Он такой скуф. Плакичи, блядь. Да. Блядь, я видела в ТикТоке, блядь, вот этот тренд. Типа танцуют тренд. Кутята. И потом скуф. Давай, двигай, двигай, двигай. Ой, блядь. Ой. Ой. Блин, ты от него скакивай. Что там? Оп, твою мать. Никаких ножек. Цензура. Лайки, мои любимые лайки. Что это, что, колесо? Или мне послышалось? Нормально. Нет, вроде. Нет, вроде не колесо, или нет, вроде не послышалось. Нет, вроде колесо. Не, не колесо. О, слава всем святому. Я бы не выдержала этого. Этого. Несчастья. Да, у меня очень чешется плетка, реально. Конечно, и футабы стоили того, чтобы... Нет, ну я не знаю, у меня ночь бессонная была вообще, я не спала абсолютно. Это был какой-то ужас. Давайте мне футабу. Ну, так. Так все и было. Не знаю, я норм заснула там через минут 20. Да, это было понятно. Мичи потом тоже просыпалась. Ей писала, типа, а ты не спишь? Подумала, может, со мной кто посидит. А она снова пошла спать. И в итоге я так и осталась. Опа-на, кто это тут у нас? Ну-ка, меняйся со мной. А, понятно. Ты мне больше не нужна. О, нужно... Неужели это у нас будет сегодня первая победа адекватно? Так! Отошла. Отошла, сын. Да, я тут шкатулку оставлю. О, это гейша в леге этой. Еще дождь. Ой, мне надо пыль, блядь, протирать и пропылесосить в ванну. Прикрываем. Нет. О, а, все нормально. Это такой типа скример. Ой. Ой. Ой, что я сделала, блядь? Что происходит вообще? Дорогая. А вот эти кодить будет эту 50% машинку. Вообще нам бы поменяться с психологией. Да, да. Что... Может, я пойду прикрываю мадам? Иди прикрывай. Сейчас заведем. Я не успею. Размечтались мы про победу. Ну, ничья тоже хорошо. Да, неплохо. Ничья тоже супер.